37-летняя Алена Водонаева призналась, что всегда обожала косметику. Даже тогда, когда она не могла себе позволить дорогие средства. Сейчас у звезды больше возможностей баловать себя бьюти-новинками. Водонаева, лежа в горячей ванне, обратила внимание на свои косметические флаконы. «Смотрю на десятки тюбиков и думаю, какие они красивые, роскошные, любимые», с обожанием рассказала телеведущая. Бывшая участница «Дома-2» призналась, что 10 лет назад во время первого замужества у нее тоже было много косметики, но не такой, которую она может позволить себе сейчас. 20 лет назад Алена и вовсе могла купить только недорогие лосьон для тела и крем для лица. На третьем курсе института Алена сделала шаг в настоящую жизнь леди и купила свою первую пудру Givenchy. В серебристой коробочке с зеркалом. И цветом пудры на 2 тона темнее, как тогда, в начале нулевых, было модным, рассказала звезда реалити-шоу в Инстаграм. Теперь в арсенале Водонаевой лучшая косметика. Роскошные кисти для макияжа. Десятки тюбиков, баночек, коробочек и палеток. Алена не помнит, где половина из них лежит и как выглядит. Однако она навсегда запомнила свою пудру Givenchy. Даже с мужчиной не так, в моем случае. Цацки – это святое. Мужчины потом. Это, пожалуй, единственное, что не изменилось во мне за годы проживания на этой планете. С иронией заявила телеведущая. Недавно Алена Водонаева высказалась об отношениях рэпера Тимати и Анастасии Решетовой. Звезда заявила, что музыкант еще не скоро женится. Телеведущая также обратилась к жене Владимира Кузьмина и исполнила сексуальный танец с желтым питоном.